Animal Jam. Nat Geo Wild. Самые опасные животные. Лошадиная улитка против рака-отшельника. Гигантская лошадиная улитка весит 5,5 килограмм. Один из самых больших моллюсков. Моллюск питает слабость к улиткам. Как только фасциолярия тюльпан появляется в поле зрения моллюска, он уже понимает, что попал в беду. Фасциолярия тюльпан пытается удрать. Маленький шаттл против звездного разрушителя. Бойцы ползут, как улитки. В конце концов, моллюск настигает противника. Запах переваренной улитки привлекает падальщиков. Раков-отшельников. Внезапно большой моллюск попал в окружение. Крабы здесь не просто так. Они хотят заполучить пустую раковину фасциолярии. Рак-отшельник использует чужие раковины в качестве укрытия, как средство от врагов. Он находит пустую раковину, забирается в нее и получает новый домик. Когда в доме становится тесно, он вынужден искать новое убежище. Ожесточенная схватка. В ожидании, пока моллюск выплюнет раковину, раки-отшельники уже делят добычу. Наконец, один из них не выдерживает. Он хочет положить конец этому спору. Этот рак-отшельник сильно рискует. Моллюск может быть все еще голоден. Но риск был оправдан. Хитрый краб нашел себе просторный новый домик. Менее удачливые могут так и остаться бездомными. Или того хуже. Самые опасные животные. Смотри на Nat Geo Wild. National Geographic Kids.